тост за мою новую жену, российскую императрицу. Ура! Это... Нет, дорогая, ты молчи. А, конечно. Должно быть, это огромная честь и ответственность управлять такой великой страной. Вообще-то это не так уж сложно. Буду рад выслушать, какие у вас ко мне претензии. Не обращайте внимания на тела. Я хочу быть полезной для России. Хочу помочь ее величию. Ты родишь мне наследников куда еще полезнее. Кролик! Эти палочки помогут быстрее забеременеть. Только не пойму, ими надо махать над животом или вставлять их в тебя. Уверена, это вариант с маханием. Вместе мы создадим великую империю. Нет, правлю я, а ты служишь. Ты прав, она несчастлива. Надо расчистить тучки. Мы найдем тебе любовника. Изумительно. По утрам я предпочитаю уединение. Теперь мы будем встречать день вместе в приподнятом настроении и с бесстрашными сердцами. Обсудим, стоит ли убивать императрицу. Она странное существо, которое, кажется, порой надо мной насмехается. Императрица, в стране много несчастных людей, которым нужен лидер. Если император умирает, Россия достается императрице. Россию надо спасать, как и меня. Я не хочу тебя убивать, ты неплохой человек. Я могла бы тебя убить, ты плохой человек. Ты смешная. Мы говорим о государственной измене. Это опасная игра. Не волнуйся. При дворе Екатерины Великой все во благо. Тушь. То есть туши? Это наука! Наслаждайтесь!